Меня зовут Зайцев Роман, я работаю в компании Гейзер Телеком. Я понимаю, что обед уже прошел. Сейчас вот в соседнем зале идет достаточно горячая дискуссия. Вот. Но я думаю, что все те, кто потом посмотрит это видео, вот, вы также присоединитесь виртуально к нам в этом зале. Что я хотел бы сегодня рассказать? Давайте начнем с того, кто вообще я такой, да, и чем я занимаюсь. Мосты в моей презентации не случайно, потому что я достаточно много лет уже работаю в IT-сфере. Сначала IT классическая, потом связь, потом интернет вещей. Вот. И я всегда по мере своих вот непосредственных занятий на работе, я был неким мостом между техническими специалистами и бизнесом. Вот, как бы соединяя их в одном месте. И я хотел бы сегодня рассказать вот что. Давайте сделаем так. Вот кто перед внедрением какого-то большого крупного проекта, да, делает какой-то прототип, либо внедряет какой-то пилотный проект? Ну давайте поднимем руки, я уверен, что не все мы сразу пилим большие проекты, да? Вот, а теперь давайте посмотрим на тех, у кого дальше вот этого пилота, да, дело не пошло. Давайте тоже поднимем руки. У кого загнулся пилот, да, есть такие. Вот. Я сегодня на примере наших конкретных трех кейсов, это будет кейс в области перевозок, в области агропрома и в области промышленности. Я вам попытаюсь рассказать, поделиться своим опытом на тему того, как разрабатывать решение для того, чтобы не допустить вот этого сорванного пилота, да, для того, чтобы пилот перерос в какой-то большой крупный проект интересный, который был бы всем выгоден. И также рассмотрим второй случай, когда вот мы все-таки сделали пилот, он загнулся, да, и я поделюсь своим опытом, как мы выходили из этой ситуации, как мы оживляли, реанимировали этот пилот. На самом деле сегодня, ну, здесь я вот общаюсь много времени с различными людьми, понял, что, по сути, есть три категории публики. Да? Первое — это назовем вас экспертами. Да? Ну, возможно, я все то, что буду сегодня говорить, оно для вас и так понятно, но я хочу вам, во-первых, сказать спасибо огромное, ребята, что вы есть, вот, потому что ну, на таких экспертах и держится эта отрасль. Вот. Плюс специально для вас я постараюсь ну, раскрыть, насколько это будет возможно, какие-то подробности конкретно реализованных нами кейсов. Вот. Второе — это все те разработчики, интеграторы, да, которые занимаются внедрением решений. Я вам постараюсь показать, почему вообще нужно и важно не замыкаться на вашей предметной области, да, нужно именно постараться расширять свой кругозор, ну и с вами мы сможем чуть-чуть перемыть косточки нашим любимым заказчикам. Вот. И третья категория — это заказчики. Да, я надеюсь, что они тоже присутствуют, либо видео посмотрят. Я постараюсь показать, ну, почему так важно в самом начале проекта формулировать требования к нему. Почему вообще это нужно, и что без этого в принципе никак. Вот. И еще маленькое отступление в начале. Вот я сегодня расскажу про несколько проектов, да, и вот если вы узнаете себя в них, это прям не про вас. Это вот не о вас, это не ваш проект, и ничего к реальности он не имеет никакого отношения. Итак, поехали. Рассказ первый. Неинтегрируемые решения для логистики. К нам пришла одна логистическая компания, достаточно крупная, и они хотели много всего. У них были вполне понятные требования и задачи. Они хотели трекинг транспорта. Всем понятная задача, стандартная, свистнул, кучу коробочек на тебя накидали. Мониторинг топлива тоже вполне стандартная связка. Они захотели измерение нагрузки на ось. Ну, действительно хорошая штука. Почему? Потому что есть вполне конкретные расчеты, есть риски. Ну, допустим, например, водитель едет, ему как-то неправильно загрузили, да, его останавливают на посту ДПС, меряют нагрузку на каждую из осей, да, перегруз. А перегруз — это до 500 000 на юридическое лицо, я уж не говорю о всех должностных лицах, да, и водитель — лишение прав до 6 месяцев. Актуальная задача? Актуальная, казалось бы. Ну, действительно. Измерение давления в шинах. Тоже, если пошарить в сети, то, в принципе,
Есть немало расчетов, связанных как с износом непосредственно шин, да, экономической эффективности этих решений, так и расходом топлива. Плюс они еще хотели видеонаблюдения. Мы хотим видеть, что происходит в кабине, где водитель, хотим смотреть все спереди, сзади, с боков. Вот. Хотим еще сигнализации о снятии запасных колес, воруют у них колеса. Ну и водители продают налево. Тоже достаточно известная задача для грузового транспорта. Шины стоят недешево. Хорошие деньги. Ну и, конечно же, аналитика. Да? Вопрос платформы, он всегда открыт. Мы пошли на рынок, ну, ибо нет смысла изобретать велосипед, когда все придумано до нас, и там примерно вот такая вот картина. Да? Есть кучка вот этих подсистем, которые на самом деле между собой ну, никак не стыкуются. И вроде бы казалось, вот как вилка с розеткой, мама-папа, да, вот есть RS-232, и вот тут, и вроде протоколы все похожи, начинаешь объединять, ничего не работает. Без напильника, ну вот не хочет. Что делать? Мы поняли, что в данном проекте самое главное, это с самого начала понять, к чему же мы хотим прийти. Мы определили этот круг требований, точнее у нас он по сути рождался в ходе процесса. Ну вот давайте посмотрим, как это происходило. Блок ASCII-7, ну не обязательно он, не обязательно его использовать, терминалов куча, да, назовем его центральный контроллер, да, чтобы никто не догадался, что это конкретно такое, да, там стоит GPS, вот, и он определяет местоположение по GSM-сети, он передает данные. Подключаем к нему датчик уровня топлива. Ну, по большому счету, спасибо компании Omnicom, они изобрели классную штуку, и сейчас их клонов огромное количество тоже, и это стандартная связка, она работает, она проверена, и поставить ее может кто угодно. Никаком комплексном решении тут нету. Дальше, нагрузка на ось, тут уже интереснее. Во-первых, мы узнали, что как минимум есть два типа этих устройств. Да? Есть пневмоподвеска, а есть рессорная подвеска. Да? Плюс это обычно замкнутая система со своим экранчиком и никакой передачи какой-то информации наверх диспетчеру речи обычно не идет. Дальше добавилось контроль давления в шинах. Все решения на российском рынке очень сильно похожи на подделку одной, на решение, на продукцию одной китайской компании, и, судя по всему, все их везут примерно оттуда же. И это тоже отдельная замкнутая система. Никакой интеграции речи тоже как бы вот особо-то не шло. Все выходит тоже на небольшой экранчик через свой контроллер. Дальше, видеонаблюдение. Ну тут, честно скажу, наше терпение уже лопнуло. Мы начали разговаривать серьезно с заказчиком. Мы сказали, ну постойте, ну вот зачем вам это? Потому что, во-первых, это трафик, да, а к тому же еще и машины у них ездят, ну там не только по России, но и в Европе, да, ну вы огромные деньги будете тратить, но зачем? Вы сами подумайте, как вот этот видеопоток передавать, зачем вам вообще это? И мы выяснили, что на самом деле-то для диспетчера важно просто видеть в критический момент, что же происходит у кабины. Да, вообще водитель на месте, не на месте, да, где он. Вот. И мы эту задачу разделили на две подзадачи. Это, ну, назовем их так, видеонаблюдение, да, но это стандартный видеорегистратор, который ставится, да, мы его из рамок этого проекта, вот он, мы из рамок этого проекта его убираем, да, и непосредственно фотофиксация, да, потому что фотка небольшого разрешения, там передаваемая с определенной частотой, они нам позволяют диспетчеру понимать, что же происходит в кабине у водителя, вместе с тем не превышать какие-то разумные пределы расхода на трафик и выполнять наши задачи. Контроль за воровством, скажем так, колес, запасных шин. Это задача тоже, на которую мы прямо вот не пошли на поводу у нашего заказчика. На самом деле по двум причинам. Ведь когда мы говорим о борьбе с любой угрозой, да, у нас всегда есть хорошее понятие в безопасности — модель угроз. Вот здесь у нас модель угроз какая? То, что водитель ворует эти шины, эта задача решается ну, пломбированием, да, и тут онлайн нам не нужно знать, что он вот именно в этот момент ворует. Да, я уж не говорю о том, что обычно это скручивается на стоянке, когда зажигание выключено, и вся вот эта аппаратура, ну, по сути, не работает, да, как бы нелогично. Если у него ворует ночью на стоянке, когда он спит, водителю эта информация тоже не нужна, потому что ну его нафиг туда выходить, ему по голове дадут монтировкой, да, и каждый еще не пойдет.
Громкая сигнализация, ну тоже. В общем, модель угроз не определена. И мы пришли к выводу с заказчиком, что ну, нет смысла внедрять эту систему. Да, а часть ее решается простыми пломбами. Ну и, конечно же, да, вопрос аналитики верхнего уровня. И здесь, слава богу, тоже на российском рынке все вполне неплохо. Да, есть тот же Виолон, есть ну, действительно большое количество платформ. И у нас там была еще вопрос, был поднят интеграция, например, с 1С. Да, у них есть 1С ГТК для управления, 1С автотранспорт. Вот решение, которое позволяет там автоматически списывать какие-то расходы по топливу, например, формировать путевки. Вот. И в целом вот с таким постепенным движением да, мы пришли к некому единому решению, когда есть центральный контроллер. И вот только понимая, что вот такое решение, а не иное, может быть, да, двигаясь каждый вот этот, делая каждый шаг, мы понимали, куда нам и какую железку нужно взять. Потому что взяв мы, пойдя на поводу, например, заказчика, опять же, и взяв более дешевую железку, да, мы бы просто у нас банально выходов не хватило, да, и мы бы никогда не реализовали этот функционал. И у нас был бы большой риск того, что мы внедрим решение, которое при дальнейшем развитии, да, для реализации конечного функционала, просто придется сносить под корень, да, и строить заново. Вот сейчас, конечно же, все считают деньги, никто на это не пойдет. Вот. И кроме там, технической части, да, какие бы хотелось сделать выводы из этого? Всегда, начиная тот или иной проект, ту или иную разработку, нужно понимать конечную цель, к которой мы хотим, собственно, прийти. Да, потому что каждый наш шаг нас будет постоянно сбивать, нам нужно дешевле, там, нам нужно проще, либо наоборот сложнее, да, вы эксперты. Занимайте экспертную позицию. И это как раз второй пункт. Занимайте экспертную позицию. Что это такое? Заказчик часто сам может не знать, что же ему действительно нужно и как решить эту задачу. Потому что, по большому счету, сейчас заказчики уже стали такие, что если ты имеешь свои компетенции для решения той или иной задачи, ты сам ее решишь. Ну вот возьмем, не знаю, там IT-сферу, стандартные поставки оборудования, да, сейчас все, ну всех на уровне вендоров битва идет, там за какие-то копейки всех сравнивают в одинаковые условия, да. А вы эксперт, и вы можете сказать, что вот это вот решение неверно потому-то, вот, и вы должны не бояться это делать. Рассказ второй. Агропром. Началось это ну, не так-то давно. Это вот один из подпроектов, который сейчас тоже развивается. Один крупный агропромышленный холдинг. И у нас вот конкретно этом проекте, который я рассказываю, задача стояла достаточно простая с точки зрения технической инженерной. Есть силосы. Они выглядят некоторые так, некоторые выглядят по-другому. Они меньше, вот эти 25 метров там, шириной, высотой. И необходимо раз в сутки, как минимум, а то и два раза в сутки, снимать остатки зерна в них. То есть у них есть некая система там оперативного учета. Как это происходило ну, все время, да? Если мы заглянем в прошлое? Ходила бабушка-учетчица, она стучала палкой по бункеру и по звуку определяла 62,5% заполнения. Вот, это на самом деле так вот во многих хозяйствах до сих пор происходит. Но, к счастью, сейчас же поколение обновляется, да, и приходят новые молодые люди, они больше понимают в технике, как они меряют. Они залезают вот туда наверх, 25 метров, да, и с лазерной линейкой меряют в лючок смотровой уровень. Понятно, что точность тоже невелика, плюс нужно лазить, а тут и снег, и дождь, и вот... В принципе, это не так-то безопасно, да, и каждый день точно вот все силы никто не будет обмерять. И эта проблема стала ну вот, очень сильно волновать заказчика. И, ну, конечно же, он пошел в народ, да, он пошел, ребята, помогите, да, и к нему пошли ходоки. Вот, пошло три типа людей, ну, три типа компаний, да, приходили производители датчиков. Они говорили, ребята, мы вам, вот у нас датчики все меряют, такие, на таких технологиях построены, все супер. Ну, правда, вот дальше мы ничего не будем делать, ну, это как бы мы вам все
передадим, там вы сами собираете, анализируете. Вот. Потом приходили, ну, назовем их производители радиооборудования, да, те, кто строит те или иные радиосети, говорят, вот мы вам соберем данные вот с любой площади, все будет хорошо, правда, ну, датчики вы сами как бы подберите, вы же аграрий, вы лучше в этом понимаете, да, и вот и мы вам аналитику тоже как бы делать не будем, да. И была третья категория людей, это продавцы платформы IoT, те вообще были очень жадные, хотели много денег и не хотели лезть вот вообще вот во все вот предыдущие два пункта. И тут опять наш друг вопрос, да, что же с этой ситуацией делать, кто же может помочь заказчику. И вот это как раз я специально взял для примера именно этот проект, потому что только здесь очень отчетливо видно, что выход есть только один. Нужно смотреть шире на эту проблему, да? Нужно всегда стараться охватывать, ну, иметь больше угла охвата для того, чтобы лучше понимать, что же предложить заказчику, да? Потому что вы должны понимать и как заказчик будет измерять, да, то есть какие датчики должны быть, да, которые именно ему подойдут в его ситуации, да? Если взять конкретный проект Агропром, да, там есть же и там ультразвуковые и на радиоволнах там, и есть лотовые, которые опускаются вот так вот. Ну, куча вариантов. Есть нажимные простенькие датчики, да, которые индикаторы уровня. Ну, куча технологий. И в этом просто нужно разобраться. Да? Второе, и понимать, как эти данные передать. И, конечно же, без аналитики заказчику это тоже не нужно. Да? И получилось, ну, такое вот простенькое решение, здесь совсем упрощенное, как раз взят был лотовый уровнемер, потому что он решал задачу вот такой вот учета. И простенькая SCADA-система, не тяжелая там IoT-платформа, да, не SAP там или еще что-то, нельзя так говорить. Вот. Просто SCADA-система, да, которая решает задачи заказчика с минимальными затратами, да, но это решение, которое ему полезно и которое он будет использовать. А дальше, сделав интеграцию с системами верхнего уровня, да, он эту информацию уже будет использовать для какой-то своей дальнейшей аналитики. Вот. И здесь очень хороший вывод нужно сделать, очень правильный, что всегда расширяйте кругозор. При этом это относится не только к конкретно к вам, как специалистам. Да? Понятно, что чем больше вы знаете, тем вы, чем вы больше в теме, чем вы больше владеете своей предметной областью и рядом с ними, да, тем вы ценнее как специалист в принципе на рынке становитесь. Да? Но вместе с этим, если вы компания, не пытайтесь продавать, вот мы делаем вот эту железочку, там, да, и вот все, объединяйтесь, дружите, друзья, друг с другом, да, и создавайте комплексные решения, решайте проблемы заказчика. Вот. Ну и третья история, собственно, про тот пример, когда уже был реализован пилотный проект. Это было одно, некий завод, некое предприятие, и мы развернули там пилот по позиционированию. ТЗ звучало примерно так. Мы очень хотим внедрить у себя позиционирование, у нас приезжает крупное начальство, мы хотим показать, как это все работает, вот, ну и сами поиграться с технологиями, и вот давайте, ребята. Ну, мы не смогли им отказать в тот момент и внедрили систему позиционирования. Там была система на UVB, высокоточное позиционирование, точность была до 30 сантиметров обеспечена, была развернута сеть анкеров, вот, метки, порядка 50 человек ходило с метками в этом цеху, и мы отслеживали различные события. Вот, мы отслеживали там и нахождение в зоне станков людей, пересечение запретных границ, ну, абсолютно разные. И по идее заказчик, ну, должен был получить там и
автоматизацию какую-то, повышение производительности, снизить количество нарушений, да, то есть безопасность улучшить у себя, ну и вообще получить данные для того, чтобы анализировать, что же происходит у него на предприятии, да, и что происходит не так. Вот. Но, к сожалению, результат был примерно вот такой. Вот. Ничего из этого он не использовал. Вот. И вот подобные пилоты, они приводят только к одному. Это просто боль. Вот. При этом боль как заказчиков. Ну, давайте посмотрим так. Заказчик внедрил пилот, вложил это в это деньги. Пускай там, может быть, и не супер большие, да, но все равно какие-то деньги, да, ну, там, даже миллионами рублей исчисляющиеся. А этим решением никто не пользуется. Оно даже работает, но никто не пользуется. Не здорово. Для интегратора, ну как бы тоже, мы, ну, реализовывая пилотные проекты, мы же все-таки надеемся обычно на будущее, да, а не на прошлое. И мы, ну там, по косту практически в себестоимость все это внедряем, ночами не спим для того, чтобы все вот это вот полетело на пилоте, да, и нас всех локомотивом унесло в светлое будущее. И в результате много сил потрачено, вроде как галочка поставлена, что-то реализовано, но мы ведь все это делали-то не для того, чтобы пилот внедрить, да, для того, чтобы это решение приносило пользу заказчику, он его у нас покупал, расширял, да, и все такие же довольные, всем своим друзьям рассказывал, да, так начинался сетевой маркетинг в IoT, да, вот. И тут уже вот этот друг наш вопрос, он встал прямо перед нами очень острый, и мы стали думать, ну, что же действительно с этим можно сделать, потому что, ну, проблема, она весьма актуальна. И мы поняли, что в нашем случае есть два пути. Первое — это понять, кому же еще может это пригодиться. Ну, смотрите, внедрением же того или иного пилотного проекта в любой компании всегда занимается какое-то конкретное подразделение, да? Ну, например, там IT-подразделение, там АСУТП, IT-связи, ну, неважно, как оно называется, да, но есть какой-то двигатель, либо там, не знаю, какая-нибудь там лаборатория инноваций, да, вот. И второе — это как же еще это решение можно использовать, то есть… какую дополнительную пользу, выгоду в него можно вложить. Первое, кому? Мы подумали, что, ну смотрите, наше решение что позволяет? Вот человек, например, идет, подскользнулся, сверху вниз упал, лежит ему плохо. Если система наша позволяет передавать информацию о том, что ему плохо, он упал, и к нему быстро придут, среагируют. Это же здорово, здорово, это же кому-то нужно? Нужно. Или, например, ему стало плохо, он на кнопочку нажал, его оповестили о чем-то. Да? То есть все события критических ситуаций, либо поиск в случае какого-то происшествия, да, стихийного бедствия, там, чрезвычайной ситуации. Полезно, полезно. Кому это нужно? Безопасникам. И мы пошли в систему безопасникам, ну, я имею в виду охрану труда и окружающей среды, и стали им рассказывать, смотрите, вот это же вам надо. Вот. Потом, вот у нас есть, например, мастер цеха, да, либо там начальник цеха, начальник участка, у всех тоже по-разному называется. И у него есть в смене несколько человек, которые работают, ну там до 20, допустим, да, бывает больше, бывает меньше. И вот, например, появилась какая-то срочная задача, ему же нужно знать, где его люди вообще находятся, да. Да и вообще, они сидят в курилке, либо они работают. Вот. И как минимум там быстрый поиск осуществить и сделать вызов на него. Нужно? Нужно. Значит, мы пошли к производственникам и стали им рассказывать. Смотрите, у нас есть такая система. Надо? Есть, например, такая замечательная служба ТАИР, техническое обслуживание ремонта. Да, там тоже человек идет, а где он там ходит? Дошел он до станка, отремонтировал, не отремонтировал, он параметры необходимые снял, не снял, тоже никто не знает и не отслеживается. А у них весь KPI строится именно на том, что они должны ремонтировать, да, оборудование не должно простаивать. Вот. И наша система позволяет и эту задачу решать. Значит, можно сходить и в службу ТАИР. Вот. Но я уж не говорю о руководстве в целом, да, потому что руководству же тоже всегда нужно знать, почему, например, вот этот сотрудник работает на этом станке и делает за свою смену, ну, допустим, 300 деталей, да, а на этом же самом станке, рабочем месте, другой сотрудник делает 100 деталей. Либо тот сотрудник негодяй,
Вот. Либо он просто ходит курить и кушать там постоянно, да? Либо же у него, например, детали не привезли, либо он станок стоял, либо ну, что-то происходит, да, он куда-то уходил, например, за деталью, там заявка либо висит в службу ту же ТАИР, да, ему не ремонтируют. Вот. И наша система позволяет объективно контролировать эти данные, да, получать именно первичные для дальнейшего анализа. Вот. Вопрос того, как еще использовать эту систему. И здесь у нас тоже было несколько идей. Вот, например, сейчас активно идет внедрение BIM-систем. Да, это кто не знает, это уже законодательно. Всем необходимо их внедрять. Да, это такие трехмерные модели производства, например, да, каких-то процессов. Вот, и все же рисуют эти трехмерные модели, внедряют эти системы. Ну, потому что так нужно, так положено, ГОСТ, законодательство и все прочее. А как их еще использовать? Ну, они, по сути, не понимают. И мы общались с разработчиками таких систем и поняли, что если вот на этом трехмерном плане будет видно вот этих вот людей, там, технику позиционирования, да, в целом это получается вполне себе неплохой, красивый инструмент. Да, не для производственника, не для начальника цеха, никакому начальнику цеха нафиг не нужно 3D, ну, кроме как вот поиграться, да, вот. Но для руководства это уже достаточно интересный инструмент. Больше, конечно, генеральский эффект, но тем не менее. Вот, и если эти системы две, ну, вроде как брошенки подружить, то они могут зажить достаточно счастливо вместе. Или, например, возьмем систему SCUD, ну и, собственно, видеонаблюдение. То же самое. Все системы видеонаблюдения, как бы плотно там камеру заказчика не висели, давайте смотреть, ну, правде в глаза, да, все интеллектуальные системы видеонаблюдения сейчас — это все равно расследование происшествий. В первую очередь. Не настолько они вот дают какую-то вот предиктивную там аналитику, да, онлайн. И если подружить нашу систему с системами SCUD и видеонаблюдения, да, то мы сможем обращать внимание на какие-то критические события, которые вот уже сейчас прямо происходят онлайн. Да, и уже видеонаблюдение, например, с помощью видеонаблюдения, они будут уточняться. И со всем вот этим вот багажом идей мы начали осаждать заказчика, и на самом деле сейчас, наконец-таки, вот счастье не за горами, и этот проект, ну, правда, начал сдвигаться с мертвой точки и разрастаться именно потребностями вот всех тех других подразделений, которых мы начали привлекать к этому. И что бы хотелось вот сказать, да, в качестве выводов третьей истории. Всегда необходимо глубоко погружаться в бизнес-процессы заказчика. Об этом сейчас вот параллельно говорят в среднем зале, потому что нужно, ну, грубо говоря, если вы идете, не знаю, там, к аграриям, да, ну, почитайте учебники, поймите, что их действительно волнует и как это решалось. Да, если вы идете к железнодорожникам, ну, откройте правила безопасности на железных дорогах, да, ну, одно из основных книг, хотя бы вы будете в теме и понимать, что им предлагать, что не предлагать. Вот. И понимая именно бизнес-процессы, которые у заказчика происходят, вы всегда сможете большую пользу дать от вашего решения. Вот. И второе — это предлагайте сценарии использования. Заказчикам, ну, как бы вот железки, да, они не нужны. Плюс все ваши решения, которые вы разрабатываете, проекты, которые вы внедряете, в самом начале нужно заказчику проговаривать именно то, как он будет это использовать. Ну, ведь это же вы их разрабатываете, вы их внедряете, и никто, ну, кроме вас, лучше этого не знает. Вот, поэтому… вот если вы будете идти этими шагами в самом начале, то пилотные проекты у вас будут более успешными. Да? Ну и в качестве общих выводов, что бы хотелось сказать, как бы, да, пробежаться еще раз немножечко. Первое. Это начиная любые движения по проекту, да, сразу формируйте вот эту вот матрицу ожидания. Да? Всегда понимайте, к чему вы хотите прийти в конце. И двигайтесь вот шаг за шагом, когда вы делаете при реализации проекта, вы всегда помните об этом. Это вроде бы, казалось бы, простая вещь, но если ей постоянно следовать, то она приносит свои плоды. Второе — это расширяйте свой кругозор. Как я уже сказал ранее, вступайте, не знаю, там, в производственные союзы,
какие-то кооперации с другими производителями. Если у вас есть классная штука, но она узкоспециальная, да, и она не предназначена для решения там, какой-то конкретной задачи для заказчика, да, где он увидит деньги. Заказчик же хочет понять, на чем он будет экономить, либо на чем он будет зарабатывать. Ищите тех, с кем вместе вы сможете сделать именно ценностное предложение заказчику. Третье, занимайте экспертную позицию. Я часто, вот, к сожалению, с этим сталкиваюсь, что даже представители крупных интеграторов боятся сказать заказчику «нет». Вот. И идут на поводу. И они просто уходят в такие дебри, из которых потом невозможно выбраться. Вы профессионал своей области, и от вас ждут, что вы подскажете заказчику, как решить его проблему. Даже если этому, ну, сразу может не понравиться. Ну и главное, предлагайте решение проблем заказчика вместо железок. Да? Мы вот опять же сейчас упомяну круглый стол, который идет. Железки уже никому давно не нужны. Нужно решение конкретных проблем. Вот. К сожалению, ну вот у нас не бывает такой вот волшебной кнопки, да, сделать все хорошо, хотя сайт существует. Вот. Совсем в заключение хотелось бы вот что сказать. По большому счету, да, каждая компания должна заниматься своим делом. И бывают такие ситуации, когда вот вы делаете, пилите маленький свой кусочек, какой-то вот, какое-то маленькое решение, да, которое не позволяет сделать, ну, какого-то комплексной пользы принести заказчику, да, то в этом случае приходите к нам, и мы вам поможем сделать то предложение заказчику, которое ему понравится, и добавить те недостающие кусочки, которые, возможно, не хватает в вашем решении. У меня все. Я с удовольствием готов ответить на вопросы более подробно, возможно, про те решения, которые я уже озвучил. Роман, я немного, наверное, не вопрос задам, а чуть прокомментирую. Ты в итогах доклада чуть-чуть начал дожимать тему, но не дожал ее. Идея в том, что заказчику нужно принести то, на чем заказчик заработает деньги. Мы часто ходим к заказчику с решением его проблем. Угу. Я 15 лет работал в системном интеграторе и ходил с решением проблем. А сейчас я работаю на стороне заказчика, и вот эти ребята с решением проблем, они очень странные. Мне не нужно решать проблемы. У меня есть одна проблема – заработать денег. Да. Мне не нужно снижать издержки. Я их знаю, как снижать. Это мои издержки, я их люблю. Я хочу денег зарабатывать. И, соответственно, когда вот человек приходит и говорит, у нас есть решение такое-то, оно тебе нужно, потому что оно прирастет вот к этой части твоего бизнеса, и ты сможешь нам платить за него столько, а себе зарабатывать столько, если у тебя есть это. Вот это летит очень хорошо. Mm-hmm. Это всегда и заходит. Спасибо большое, интересный доклад. Да, да, вам спасибо. Абсолютно согласен. Да, ну, мне кажется, что сейчас вот на рынке есть две основных модели. Первая модель — это когда, ну, она больше характерна для интеграторов, когда вот тебя вот так вот притаскивают к заказчику, говорят, блин, давайте что-нибудь все-таки предложим ему, да. И в этой модели как раз работает подход кейсовый, да, когда заказчик сам четко не понимает, что он, да, что он хочет. И у него, ну, у него, по сути, проблемы есть, но у него проблемы там дома, с семьей и все прочее, да. Но в целом вот по бизнесу он так сядет, ты перед ним тоже сядешь, дружище, какие у тебя проблемы? Он говорит, да фиг знает, вроде все нормально, верчусь как-то, да. Вот. И в таком случае нужно ему накидывать кейсы, да, все правильно вы сказали, да. Ну смотри, а вот если мы тебе вот такую штуку здесь сделаем, да, и вот она тебе вот это вот принесет, там, да, вот здесь ты будешь экономить там на том-то, да, здорово было бы. Он, блин, ну, пожалуй, здорово, да, но как не здорово, это же деньги, да. Вот, хорошо, спасибо большое. Еще? Вот такой вопрос по последнему вашему проекту. Не могли бы более конкретно рассказать по мониторингу персонала? Какие параметры мониторятся? Какое оборудование для этого используется? Спасибо. Да, хорошо, давайте. Окей, все-таки есть у меня один могильничек. Сейчас, коллеги, тут что-то это... Мышь. Нам все-таки нужно открыть презентацию с флешки с этим самым. С подвальчиком.
Да, попробуйте пока открыть. Ага. Смотрите, да, мы разворачивали там систему на UVB, это ультра-вайдбенд, сверхширополосная. Давайте, знаете, я сейчас ее чуть-чуть да, пролистаю. Вот, сейчас, секундочку. Но это уже даже такая старая ревизия. Сейчас, да, давайте попробуем, пока включайте. Вот, там UVB-система, это точное позиционирование, она работает как в разрешенном диапазоне частот, разворачивается сеть покрытия из анкеров. И все, давайте, да, ну до слайдика видели. Вот, разворачивается сеть покрытия на производстве. И у нас получается, что методом там, триангуляции да, по минимум трем базам мы определяем наше местоположение. С UVB-системой мы работаем уже весьма давно. Вот на прошлой конференции мой тогда коллега рассказывал тоже про подобные внедрения. Вот. Все, я долистаю, да. В общем, да, это сейчас, прошу прощения, это сейчас более там обновленная версия, да, в целом системы, вот именно новая ревизия, которая вышла, а там это была просто UVB. Смысл в чем? В том, что мы определяем с помощью базовых станций координаты сотрудников, передаем эту информацию по UVB же, да, в разрешенной полосе частот, там 2,4, 5 гигагерцовые есть, и наверху у нас уже есть три уровня софта. Самые простенькие — это когда просто координаты, да, и, ну, по сути, сырая координата выходит на выходе. Верхний уровень — это когда идет уже бизнес-аналитика, бизнес-приложение. Вот. Где-то посерединке — это в том числе там, действия в зонах и прочее. Метки — это устройство абсолютно разного исполнения. Есть в виде там, брелка, на каску, в часы. Вот. На самом деле, вот я хотел бы рассказать про систему в той ревизии, которой сейчас мы ее видим. Вот. Потому что мы поняли, что рынок перенасыщен ну, различными решениями. UVB не так-то много, а если брать живые, ни на налоге, ни на старых чипах, то их вообще как бы не так-то много. Вот. Мы сейчас предлагаем это именно как комплексную систему, которая позволяет на открытой пространстве мы позиционируемся по спутникам, GPS там различные. Вот. И обратный канал там обычно LoRa либо UVB. Вот. Когда мы заходим в помещение, где нам нужно высокоточное позиционирование, там мы позиционируемся по UVB. Вот. И эта технология себя хорошо очень показала именно в сложных условиях, когда много металла, когда какие-то там электромагнитные помехи сильные. Вот. А там, где нам нужно, ну не нужно точное, достаточно зонального позиционирования, мы используем BLE. При этом это все в одной метке, это все единая система, она бесшовная. Вот. Мы пришли как бы вот к этому. А все то, вся та польза, которую оно несет. Ну вот, к примеру, да, тут этот список можно бесконечно продолжать. Это все та логика, которую мы накладываем с вами на использование этой системы. Да? Потому что давайте вот посмотрим, опять же, правде в глаза. Да? Просто определение координат заказчику да нафиг не нужно. Ну что, это есть игрушки поинтереснее. Да? Но когда мы с помощью вот этого под системы нижнего уровня начинаем выстраивать взаимодействие с системами более верхнего уровня, да, со SCADA-системами, с ERP, системой там учета работы персонала, да, системой безопасности, эта система начинает приносить пользу. Ну и экономическую эффективность, соответственно. Спасибо. А можно такой вопрос? А каким образом вы все-таки подходите к поиску кейсов, ну, для которых вы собираетесь придумывать решение? То есть, ну, вот один пример у вас был в докладе, что был готовый пилотный кейс, и дальше начали его раскручивать, а куда еще? Вот, ну, может быть, откуда берутся исходные кейсы? Да. Ну, происходит это обычно примерно так. Ну, компания Geyser Telecom, ну, мы как бы, скажем так, вот мы вроде как интегратор, хотя не очень любим это слово.
Мы как таковая компания все-таки больше не коммерческая, а больше занимающаяся, ну, техническая компания. Да? И мы выступаем обычно в роли каких-то центров технической компетенции, да, для той или иной компании, для, в том числе там, для каких-то крупных интеграторов. Вот. И как обычно это происходит? Зовут тебя на встречу и говорят: Роман, вот тут, в общем, не знаю, там, допустим, вот у нас встреча тут с таким-то заказчиком, просто не хочется прямо на персонале проходить, вот, в какую-то конкретику сильно опасную. Вот. Вот что мы им можем предложить? Да, то есть, и я сажусь и просто начинаю погружаться. Хорошо, вот я знаю, есть вот такие-такие технологии. Да, почему я говорю, что нужно расширять всегда свой кругозор? Да, нужно больше знать, чтобы больше понимать, что можно предложить. Ты погружаешься, начинаешь изучать, что за компания, хорошо, а что у них есть? Ну, давайте возьмем Агропром какой-нибудь. Да, вот есть компания агропромышленная, да, они, не знаю, там выращивают свинок, допустим, да. Хорошо, значит, что им нужно? У них есть производство по выращиванию свиней. Что для свиней самое опасное? Там, да, например, это если одна из них заболеет, да, сразу там большой этот самый загон вырезается. Важно это заказчику знать? Важно. Как это решить технически? Мы можем придумать? Можем придумать, да. Кейс есть. С ним уже можно пойти к заказчику. Да? Ну вот я совсем простой способ. Да? Потом хорошо, свиней чем-то кормят. Да? Значит, у них есть поля, нет полей. Смотрим информацию компании, есть поля. Да? О, ну тут для полей вообще тут сколько решений, огромное количество. Да? Потом у них производство есть, сейчас же многие переходят на полный цикл. О, колбасный цех есть. Да? А вот у вас там люди, например, есть ножи, да, вот защита. У вас несчастные случаи бывают, не бывают, да, вот так-то можно решить. А вообще есть понятие обхода, да, опять же, то есть если говорить простыми словами, то подход простой. Изучаешь предметную область, погружаешься в бизнес-процессы, и за счет того, что твой кругозор тоже какой-то есть, да, ты предлагаешь те или иные кейсы. Вот. А потом уже, когда ты идешь к заказчику навстречу, ты ему уже их рассказываешь, и ты понимаешь, ему это интересно, либо неинтересно. Мы развиваем дальше, либо не развиваем. Это, кстати, как раз вот второй подход, да, как раз когда нету изначальной задачи боли заказчика, которую нужно решить. Вот. Ну, то есть здесь в качестве исходной точки конкретный заказчик, конкретная область. Да, по большому счету да, потому что, ну, в интернете вещей все равно, они вот вроде как все универсальные решения, да, с другой стороны, они, каждый из них и не такой уж и универсальный. Есть много нюансов. Еще вопросы? Тогда можем, да, выбрать лучший. Да, все тогда. Спасибо огромное. Ну да, я думаю, что последний вопрос, он правда был вот как раз наиболее полезным. И это чуть-чуть помогло больше раскрыть ту тему, которую вот я решил пока что не раскрывать в своем докладе. Прекрасно. Вот, спасибо большое. Не забудьте к нам подойти, забрать ваш подарок. И, Роман, спасибо вам огромное. Мы вас тоже благодарим. Да, спасибо. Прекрасный доклад, прекрасная презентация.